Гарб – это фантастическая рыба. Держи его, лови. Веками эти чудесные рыбы обитали в реках и озерах на всей планете. И сейчас группа друзей отправляется на поиски гигантского карпа. Выловим ли мы настоящего монстра? И какие же карпы водятся в Италии? Короткий, жирный, круглый, как будто питался пиццей и пастой. А как проходит рыбалка в Австрии? Восхитительно. Спасибо, мой австрийский дружок. Что ждет их в далекой Японии? Итак, открой рот пошире, приготовься. И найдут ли они драгоценного карпа в Венгрии? Да! Ты только посмотри. Настоящий золотой слиток. Настоящие монстры. На телеканале «Дикий».